История с избиением сына Стаса Пьехи приняла неожиданный поворот. Опубликовано видео с камер видеонаблюдения. Запись ставит под сомнение факт жесткого избиения 7-летнего Пети. Ранее мать ребенка Наталья Горчакова сообщила, что у мальчика зафиксировали гематомы и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По словам женщины, все документы и справки у них на руках. Но попало видео, значит, ни одна из 5 камер на участке не зафиксировали сцену избиения, но на видео попали активные игры ребенка после потасовки. Судя по записи, Петя довольно давно, продолжительное время, старался повредить бассейн. Вскоре к нему подошла соседка Ирина Безбородова, которая обвиняет в нападении на мальчика. Она ругалась на него, но не трогала. Петя никуда не уходил. Пока бассейн сдували, ребенок все еще находился на соседнем участке. 2 дня после ЧП мальчик играл на улице, катался, стоя на качелях. Когда к дому Пьехи приехала скорая, врачи провели в коттедже около 20 минут, но уехали одни. Как сообщает очевидец, после потасовки Петя бегал еще. Так что, может быть, и не было ничего. По словам Горчаковой, они пролежали несколько дней в больнице. Мальчик пострадал морально и физически. В отношении Ирины Безбородовой возбуждено уголовное дело. Ну, как видно на ролике, мальчик бегал туда-сюда. Так что видно будет, что дальше, правда это или нет. Прокуратура разберется. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.